Пойдем еще карету пошли. Ну хорошо. Ну, вы сильно хотели сюда приехать. Руся ждал поезда, а поезда в этот раз не сделали. Чего? Охранник уже показывает людям на выход, только не разрешает им на ту аллею уже ходить. А на выход в другую сторону. Как в другую? Вот так, он туда не разрешает, идти вот туда. А, ну, а что, разница есть? Пошли идти, не знаю. Где Славик? Да тут, куда он денется? Сам, наверное, побежал. Да, так же, как я потом потеряла руку. Идем лошадок еще снимем. Поближе. Видишь, дядя охранник уже говорит, что надо выходить. Чего? Ну, время уже пришло, потому что тут уже закрывается. Сейчас мы этих лошадок заснимем поближе. А что, мам? Нет, просто время пришло, уже вечер, темно, и закрывается уже парк. Туда?
очень нельзя ходить. Вот такие лошадки. Но мы едем погулять. Тут же вечер. Да, сейчас поедем уже домой. У дяди не видно, да? Что? Не видно, что ли, дяди? Да? А что не видно? Хвост. Папа, дождь. Угу. Сейчас пойдем домой. Все, выходи. Выходи.